наш малыш вырос. Да не, вроде такой же. Ты придурок, я говорю, сын наш вырос. Че, за гаражами курить стал? Да я серьезно, он сегодня девочке в парке улыбнулся. А вот это уже серьезно. Да успокойся ты, паника на панике. Дима, я просто переживаю, чтобы он раньше времени никого к нам не привел. Надо поговорить с малым. Сынок, ну ты мой красавчик. У твоего папки тоже очень было много женщин. Сколько у твоего папки было женщин? Мало. Сколько? Одна. Вот это правильный ответ. Разговаривайте, мой любимый мужчина, не буду вас отвлекать. Сынок, у твоего папы была только одна мама. И еще до херища баб. Давай укусить. На. Спасибо. Да блин! Сгущенка, молоко, семечки, земля. Посмотрим, как ты эту древотину жрать будешь. Как вкусненько. Будешь? Не-не, не голодный, спасибо. Ну давай хоть ложечку. Ну давай. Фу, что это за помои? Давай ты первый. Думаешь, я тебя травить хочу? Че, мне не доверяешь? Доверяй, но проверяй. Ешь. Окей. А ты куда? Так я это там, на кухню, там поем. Так, куда эту бревотню вылить, а? А что это мы тут делаем? Так я это, облокотиться хотел. И доесть. Ты моя радость маленькая, сладкая. Ау, представь, он какой большой стал. Я сама в шоке. Ты представляешь, еще чуть-чуть, и он уже поползет. Потом пойдет, потом скажет мама, папа, потом детский сад, потом школа, потом в институт пойдет, потом приведет какую-то бабу домой и скажет, что женится на ней, потом дети появятся у него, мы станем старыми, выйдем на пенсию и умрем. Ал, успокойся, тебе всего 28 лет, вся жизнь у тебя впереди. А, да? Точно. Ой, смотрю на Диму, вроде вчера его родила, а сегодня внуков уже нянчу. Кошмар как время. Кошмар. Всем привет, дорогие мои! Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, мои любимые подписчики. И первым мне написал некий Big Boss 777, абсолютно незнакомый мне человек. Он пишет, как я могу быть таким красивым. Ну, все просто, Дима, да? Дима, ты что, сам себе сообщение отправляешь? Да блин! Я слышал, что блогеры разыгрывают деньги. И сегодня я тоже решил разыграть для вас денежный приз. Переведу 113 рублей тому, кто выставит меня в сторис и отметит меня. Дима, а где сдача с магазина? Ну, значит, не сегодня. Если ваш ребенок ночью плохо спит, плачет и капризничает, притворитесь спящим, и за вас все сделает ваша жена. Я все слышу. И все вижу. Короче, мой видеодневник лайкнула. Такая классная соска. Чего? Я говорю, у Артемия классная соска. Ну ладно. И сиськи у него такие, блядь. Что ты сказал? Так, не раздевайся, надо с Артемием погулять. А ты раздевайся. Так, все, в коляске есть необходимое. Смесь, бутылочка и запасные трусики. А ты трусики снимаешь. Слушайте, я что-то отдохнуть приехал. Слушай, давай я тебе денег дам. Нет. Давай я тебе свою тачку дам, сфоткаешься с ней. Спасибо, не надо. Ты что такой дерзкий? Я не дерзкий. Ну хочешь в школу не будешь ходить? Да я и так не хожу, у меня каникулы. Ну, пожалуйста, ненадолго. А ты долго и не сможешь. Что случилось? Я потерял себя. Я все сказал. Так, а что ведь мы тут грустим? Да я вообще-то не грущу. Так. Экстрасенсорика не мое. Ну как? Ну так.
массажист тоже не мое. Это гениально! Ал, я тут книгу написал! Иди сюда! Сегодня я проснулся добрым. Как добрым, 3 часа ночи. Ладно, добрым. Солнце вставало очень долго, и оно было яркое. И росла трава. Че это за херня? Писательство тоже не мое. Я ноль по жизни. Ты хорош в постели. Насколько хорош? На 99%. А куда девался еще 1%? Ну хорошо, на 100. Мужчина на час слушает. Какой нахрен час? Я перезвоню. Доброе утро! Отличный день! Меня разбудил сынок, но ничего. Кто рано встает, тот все успевает. Ведь на часах у нас... 4:15 утра! Твою... После рождения сына я стал еще мужественнее. Дима, ты маску будешь делать тканевую или гелевую? Да что ты постоянно лезешь-то, а? Тканевую! А мы с Аллой ходили на курсы молодых родителей. Дима, если ты один раз спросил, ну как все прошло, это не значит, что ты ходил на курсы. Да что ты постоянно лезешь, блин? Хочу историю вам рассказать. Дима, а я 10-й айфон хочу. Ал, нет у меня денег. Ну, а за 2-го материнский капитал дают. Так, пошли. Так, на чем я там остановился? Пойду контрольный сделаю.